Привет, друзья, Папа Лазер на связи, и это у нас короткий обзор станка 9060 для тех, кто его еще не увидел. Многие из вас видели станок 1610 или 1390, и для вас не будет здесь ничего нового. Это точно такой же станок, но в меньшем размере. Здесь у нас также двигатель по центру, две антивибрационные муфты. Здесь у нас надежные рельсы PMI, черная мощная со всеми регулировками глава. Усиленный портал, индукционные датчики, контроллер новый Ruida 6445S. Внизу мы видим миллиамперметр, кнопку включения и кнопку аварийной остановки, кнопка подъема и опускания стола. Внизу купольная система вытяжки и сбора мусора. Сзади у нас точно так же лазерная трубка Реции, стоит на универсальных креплениях со всеми регулировками и датчик протока металлический. Надежный и удобный всем известный станок 1610 или 1390, но в меньших размерах, с размером поля 90 на 60. На этом все, дорогие друзья, до скорых встреч!